Окей, ну, videotape it this way. Окей. Ровненько что-то. Окей. Привет, Андрей, меня зовут Джозефина Львовна, that's my stage name. Я была корреспондент на Davidson Radio out of New York, но про меня чуть-чуть. Я, мои родители из Советский Союз. Former. Я родилась в Америке, я закончила институт, потом я стала плейбой-моделька за Хью Хефнера, потом я стала реалити-персонаж, my lost yes, career, yes, она yes. знает мои стихи. Секундочку, Джозефина Львовна. И потом я стала актрисой на HBO и разных шоу. И потом я стала корреспондент. И потихонечку я сейчас имею лошади. У меня есть своя компания Spoiled and Entitled. У меня есть одежная фирма. Это у меня два лошади. Это Only Josie Knows. Иди посмотри на смотри первый канал. Я бы хотела с вами познакомиться. Сегодня у нас Breeders' Cup. 40 тысяч человек участвует в Breeders' Cup. Мам, это Breeders' Cup, Derby Day. Derby Day, окей. Иди сюда, я поцелуй мамочку. Поцелуй мамочку, поцелуй. Поцелуй, поцелуй, поцелуй. Окей, потом будем с ней целоваться. Ну хорошо, Андрей, я слышал, что ты делаешь кастинг. Я очень смотрю ваш шоу. Первый канал. Первый канал. И мне очень нравятся твои темы. У вас очень интересно, много интриги. И ты выводишь людей на чистую, правду. На чистую правду. И мне нравится, потому что вы человек советский. У вас хорошая душа. И вы интеллигентный. И очень умный. И симпатичный. И симпатичный. Но проблема, что в Америке у нас нету таких шоу. У нас все politically correct. Поэтому я никогда не была в Греции. Никогда не была в России. Никогда не была в России. Моя мама меня никуда не пускает, потому что она думает, что там очень опасно. Но моя мама вас любит и уважает. И доверяю Первому каналу. Поэтому я бы хотела с вами познакомиться. Я хотела бы, чтобы вы меня пригласили. Нет, я бы хотела, чтобы вы меня пригласили. Я бы хотела от вас научиться чуть-чуть, потому что я буду иметь большая карьера, как я сейчас работаю. И мне очень нравится Первый канал. Хотела вы и Греции. Никто не знает, может быть, там есть хорошие женихи. Там клиентура другая. Я не замужем, мне 30 лет. Я высокая, блондинка, интеллигентная. И я очень бы хотела с вами познакомиться. И еще одно. Америке нужно прожить 30 лет, чтобы муж взял тебя на курорт. Я знаю, как русские отдыхают, никто не отдыхает. В мире никто так не отдыхает. Я всегда еду в Майами, я вижу, как русские приезжают, шампанское, корочку, эксклюзив. Поэтому, Андрей, пожалуйста. Будем танцевать Dolce Cabana. Будем танцевать Dolce Cabana. Если первый канал, или вы будете в Лос-Анджелесе, приходи на площадке Санта-Анита, Hollywood Park, Del Mar. У меня есть лошади, они бегуны. И я бы хотела вас пригласить. На бранч. У моей лошади аллергия, она еврейская лошадь. Но сейчас мы будем ее кормить. Джозефина Львовна. Джозефина Львовна. Ты хочешь ехать на Первый канал? Ты хочешь ехать на Первый канал? Ты хочешь музыка, танцы, сальса? Yes, that's how she dances. Моя лошадь, она любит танцевать. Она любит у нее, она любит латино. И бабочка. Поэтому... Ждем от вас приглашения. Ждем от вас приглашения. И Андрей, я тоже, у меня были много романов, продюсер, директор. И я такая женщина с кайфом. Я... Доведу дело до конца, поэтому мне нравится ваш... Расскажи про доктор Фила. Еще потом доктор Фил меня пригласил, но он думал, что я с ним флиртую, но у меня такой русский характер, я люблю очень быть personable, и я люблю очень людей. Я говорю про французский, и ты знаешь... На трех языках говоришь. Я слышала, грецкие мужчины очень богатые, красивые, но они маму слушаются. Ну, у евреев это... То же самое. Поэтому я вам сейчас... покажу, как я целую мою девочку. Джози, сейчас будем первым каналом показать, как мы целуемся, моя девочка. Как зовут твоего тренера, скажи? Мой тренер Хулио, его жена русская. Он злой на всех русских, потому что русская его жена, его вела, и она стала жена. Русские женщины умеют красиво жить. И русские женщины знают, как доводи дело до конца и брать что-то. Она взяла грин-карту, дети и... Давай покажем нашу вторую лошадь, Джи, спойлы. Идем. Давай. Давай я тебя поцелую, и мы уходим. Всё. Мы сейчас находимся у Хулио в бар. Она любит целоваться. Мамочка. Джози. Джози, we'll see you later, Джози. Поэтому Лариса Гузеева, Андрей, Первый канал. Всех приглашаем в Лос-Анджелес. Всех приглашаем в Лос-Анджелес. Моя девочка, она хорошо бежит. Она тоже король. Джози, иди посюхаемся. Идем сюда. Вы человеком. Андрей, смотри, Первый канал. Ой, смотри, она целуется, смотри. Делай еще раз, покажи им, как ты целуешь. Ей нравится. Это не первый раз она снимается. Давай. Давай, иди, папочка, иди, покажи им.
Андрей, ты про... Побежим. Может быть, видел Джози, у нас очень известный хост такой, как ты, доктор Фил. Джози была на трех эпизодах. Смотри, как она целуется. У нас самое интересное шоу в Америке было. Да. Ты можешь Google, it's on YouTube, доктор Фил, spoiler than title. Ну, мне стал нравиться русский сериал. У нас уже нечего смотреть, поэтому я бы хотела очень узнать... Попасть на первый канал. Первый канал, потому что ты знаешь, смотри, девочка моя тоже хочет ехать в Россию. Угу. Потому что я никогда не была в России, в Москве. И я родители из России. Немножко говорю по-русски. Я говорю по-русски. По-французски. По-французски. Я очень бы хотела с вами познакомиться, потому что я тоже люблю гламур, эксклюзив. Идем покажем нашу вторую лошадь. Okay. Это only Josie knows. Пока, девочка, у меня есть итальянский спонсор, и мой спонсор, он дал мне эту лошадь и знавал мне Джозефина. Джозефина! Джози! Слушай, это самое красивое Джози, имя. Джози, алло! Джозефина! У нее аллергия сегодня, она плохо себя чувствует. У нее аллергия. Окей, Джози, идем. Дальше снимай вторую. Давай. Okay, будем дальше снимать. Все, Джозефина Львовна! Пока, мы тебя скоро увидим. Ты работай, будь человеком, кушай. И приноси деньги маме. Потому что экономика плохая, моя да, девочка. И лечись. Пока. Хорошо. Сейчас мы идем смотреть на моем другом лошадь. Это моя компания. Spoiled and Entitled. У меня есть одежда, jewelry. И ты знаешь, в Америке очень тяжело здесь карьеру делать. Это не русские мужчины, что что-то дают. Вот моя девочка, spoiled and entitled. Ты хочешь поехать Сколько на первый канал? Сколько ей? 3 годика? Моя девочка 3 годика. На thoroughbred horse. Но она не любит целоваться. Она сирактер. Разные персоналы тебе есть. Она сирактер. Мам, давай мы тебя поскажем. Мамаша, почему ты... Мам. Да. Ты доверяешь Андрею, первый канал? Только ты... Почему ты меня не пускаешь в Москву уехать? А почему ты меня не покупаешь? А почему ты меня не... Что ты думаешь, можно найти в Греции, мам? Ничего, только отдыхать, купаться и плавать. Расскажи, Андрей, я люблю воду, море, мам, да, расскажи. Мы постоянно ездим здесь на Гавайи отдыхать, в Майами. Твой любимый курорт это Майами, латинская музыка. И я бы хотела, что у меня папарацци там снимали греческий, да? Да. А там... Андрюша, посмотри на Джозину, у нее она Playboy Model, у нее очень красивая. Нью-Йорк Пост меня писали. Да, часто пишешь про нее в журналах, но она никогда не была в России, вот it's about time. 30 лет, пора посмотреть, что такое Россия. Я из Москвы, а мой муж из Украины. Джози родилась здесь в Америке, она одна из первых. Было бы очень интересно вам посмотреть на жизнь, какая жизнь в Америке, как вырастает молодежь здесь. Это не те... люди, у которых дети приехали уже взрослыми, а дети, которые рождены от русских родителей. Мам, скажи, Андрюша, где я научился отступной? Расскажи ему мою теорию. Посмотрелась русского телевидения. Что это отступное, мам? Отступное – это когда олигархи разводятся с женами, они им дают деньги. А ты им расскажи... И забирают у них детей, того, чего у нас нет. А почему, когда я встречаюсь с мужчиной, я хочу адванс, я хочу карьеру, подарочки? Потому что ты запуталась между американскими мужчинами и русскими. А что Америке дают, когда ты идешь с мужчином? Расскажи Андрею, первому каналу. Ничего американские мужчины. Нужно платить за половину или нет? Да, в Америке все напополам. Все напополам. Это не наша маркета. А Греция, мам, потому что там есть хорошие женихи. В Греции нету мужчин. Почему? Ни в Италии, ни в Греции. Это южные мужчины. Только в Америке хорошие. Мамаша, мужчины. Ты поедешь, если Андрей нас пригласит на первый если канал? Если нам дадут security, high security, то я поеду. Ты очень controversial. Расскажи Андрею, мам, у меня много есть интриги рассказать, да, про продюсеры. Да, тебе бы хватило на все программы, на «Давай поженимся» и «Пусть говорят». И даже модный приговор. И ты знаешь, у меня что-то русская душа. Когда я расстаюсь с мужчинами, у меня всегда есть история. Это американцы уходят и ничего. Да, спойлы? Ну хорошо, Андрюша, я тебе говорю... Ждем вашего ответа и приглашения, и я вас приглашаю в Лос-Анджелес приехать на скачки и видеть, как мои лошади бегут, пить шампанское, и я делаю бизнес. Все, пока.